перебегаем. Смотрите, большой. Простите. Извините. Извините, пожалуйста. Он сейчас остановит. Вот что бывает, когда мама не слушается. Я слушался маму, но Алёнушка заколдовала. Случайно. Я прошу прощения. Ой, эй, что? Кто? Куда? Зачем? Почему? Не смотри. Не буду. Поберегись, Раул! Наступают! Куда вы? Прошу прощения. Извините, пожалуйста, можно спросить? Не надо. Куда вы? Девочка, девочку не видали? Вы, я говорю, вы здесь девочку не видали? Какая вы здесь девочка? Девочка, извините, пожалуйста. Я вот так ей скажу. Алёнушка, будьте добры, пожалуйста. Очень вас прошу, расколдуйте меня назад. Хочу быть маленьким, как раньше. Пожалуйста. А если не получится, попрошу ее тетю. Она волшебница. Слава! Где ты, доча? И изобретений твои ненаглядные! Царь-батюшка, ну, одной нет, но другая же осталась. Еще лучше прежней, я так считаю. Я на год.
свадебный марш. Разучили? А? Марш? Марш. Ну, почти. А мы это, к гастролям готовимся. Турне. Ага. Что? Эй, вы, филармонисты. Ну-ка, живо на огород. За работу. А, начинается. Опять скандалит. А, на, пошли. Алёнушка, это свадебный подарок. Мое первое мировое турне. Прославлюсь, сразу вернусь и в свадьбе поучаствую. Вернусь. Алёнушка. Прославлюсь. Алёнушка. Заколдую. Алёнушка. Вот слушаю я и слушаю. Вы еще даже не поженились, а уже ругаетесь. Вы бы лучше бы о царе подумали. Вы его своими глупыми песнями, жуткими этими, как его, дизайнами вообще-то канали. Это у кого дизайны жуткие? И песни глупые. Ну вот идите, идите и попробуйте их папе спеть. И попробуем. Да, и попробуем. А я на вас потом посмотрю. Ну что? О, красота. Эх! Конструктор еще мой любимый. А? Не вертись, пожалуйста, а? А то опять абстракционизм получится. Кончится мое терпение. Буду поджигать что-нибудь. Не пожалею твой это топливный запас. Круто. Поджечь ракету с топливом, она и полетит. Шахчик, ты гений. Привез, можно сказать, своими собственными руками на свою, можно сказать, несчастную голову. Где мои глаза были? Почему ноги? Ноги почему по пути не отсохли? А, женщины! Может, заколдуем? Кристалл слабоват. Пошлем куда-нибудь. Подалься. Откуда не возвращается? Она сама кого хочешь. Пошлет. Испортим систему навигации. И прощайте все слава. Маленькие исправления, и нет, царевна. Ох, где моя всеслава, царская услада, кулина, рубатюшки, дочка и награда. Блюда, ложки, вилки, всякая утварь, все стоит без дел, ох, тоскует государь. Папины печали мы бы разогнали, терем разрисую по диагонали. Пропою я песню ли. Этого мы ждали. Есть ли что поближе к шаху далеко? Нет уж, доигрались, вновь все решено. Огонь!
Замечательно. Сначала одна царская особа мою группу разогнала, а теперь другая особа гастроли отменил. Тоже мне руководители. А я вот что скажу. И всегда говорила. Плохи те песенки, что царю-батюшке папе нашему не по вкусу. Ерема, запрягай! Простите, пожалуйста. Приближается торжественный момент. Начинаем освоение околоземной орбиты. Аплодисменты. Первый транспортный паралет по маршруту наш дворец папин терем к полету готов. О, мой любимый конструкторша, осталось один цифра дописать. Великий изобретатель! Это вам. Опять гороскоп? Досадное недоразумение. Это же карта для полета. Карта? Ваш паралет полетит по этот траектории. Ну, так короче. Запускайте в небо. Будет хорошо. Скоро университет построю. Будешь в нем академиком. Первый беспилотный спутник к полету готов. Опускай! Наш великий царевин. Я ж тебе не белка и стрелка какая-нибудь. Кто? Что для военных главной? Конечно же, служить. Но так, чтобы на пенсии вольготно было жить. Спокойней. Построить замок заново, да укрыть царя святой. Кредит взяв на строительство, пока карман пустой. Кредит взяв на строительство, кредит взяв на строительство, пока карман пустой. Майн замок готов. Битве. Мне маленькую, а себе большую. Господин Цветов, этот замок скорее майн. Отдавай мои деньги. Я готов к небольшой компромисс. Компромисс, говоришь? Я делать немного перестройка этот конструкции. Нет, уж лучше я сам. Зря, что ли, царскую казну спер? Если долетит, назовем первую открытую планету. Это Всеслава Дормидонтовна. Лучше мой любимый Рахманчик. А если не долетит? Как не долетит-то? Тогда голова звездочета Фарида. Отдельная. Такая совсем. Ой, точечка мигать перестала. Ой. Можно отделять голову звездочета, а? Это
Это не я. Это не я, клянусь. Это, наверное, метеорита в паралёте попала. Магический кристалл. Так, дай сюда. Отомщу! Наверное. Хоромы Бирюлёва. 5 звёзд. Я Воль. Зергут. Элитная новостройка. Опять ломать мой замок! Девочку. Девочка, извините, пожалуйста. Я больше не буду. Ерём! Коняк-то твой! Котлеты горелые! Убёг! Ну, невеста! Сначала группу разогнала, теперь коня упустила. Я больше не буду. Отбегались мы с тобой, Сева. Долго еще целоваться-то будем? Поехали скорее! Я и не собиралась. Ради любимой все наши поступки. Жизнь без любви скучна и грустна. Жизнь состоит из одних лишь уступок, если царевен твой новый жена. В сказке недолго в принца влюбиться, но еще лучше стать дочкой царя. Если на вас вздумал шах вдруг жениться, будь очень бдительна с ним и строга. Вместе нам быть легко и приятно, если мы рядом, нам хорошо. Время грустить уйдет безвозвратно, сколько бы к нам невзгод не пришло. Замк как не бывало. Эту гадость ничего не берет, а креветка ползучая. Это же царевна! Я рыцарь фрау Лоб! Я буду с ней воевать! Ишь ты, футеноты! Каков герой, а? Терминатор недоделанный. Пуя! Есть! Есть у меня одна идея. Это же надо. Везение само прямо в руки. Спасибо тебе, царевна, что не промахнулась. Какой прок? Это же металлолома. Эх ты, болван железный. При моих связях это не железка, а чистое золото. Да? Очень интересно. Эх, жалко будет, если опять врежется. Не врежется. Батальон! На месте стой! Раз, два, один, два, три. В общем, все. Тут вот первый женский батальон Востока на торжественный запуск паралет построен. Так, правильно будет? Правильно. И сейчас мы будем впервые запускать в небо паралет с космонавтом на борту. И полетит наш циклоп. Поздравляю тебя, ты теперь космонавт номер 1. Я на небо. Mm-hmm.
Ой, мамочка. А пусть звездочет улетает, а? Его все равно казнить собирали. Правильно. Летите оба с глаз моих. Давай, давай. Ай, я не могу. Отстаньте. Не трогайте меня из-за здесь вообще. А кристалл вернуть? Опять он. Про свою магию. Так правильно будет. А можно я потом? Давай, давай, полезай. Так еще правильнее будет. Сфокусируем солнечный луч. Так. И правда работает. Надо смастерить из него зажигалку. Или лучевую пушку. Простите, мультика. Вернусь, женюсь. Оп, у меня сегодня самый неудачный день. Мне не нравится. Прям тошнить хочется. Сейчас точно окно открою. Это же магический кристалл. Я смогу стать таким могучим магом. Так могу отомстить за все обиды. Ой-ой-ой-ой-ой!
Доча там совсем похудела на восточной диете. Они набрали полную телегу ерунды какой-то. Вовсе не ерунды. Нечего выкидывать. Да, и мне нечего выкидывать. Словно чудо эта песня нас соединила вместе. Мелодию рождают чувства. Шесламушка! Ведь же ее штуковина по небу пролетела! Точно! Ёкнуло сердце от всеобщкая! Мне нечего выкидывать. И мне нечего выкидывать. Помню я твой образ нежный, помню я глаза твои. Возвратясь к тебе, Алена, наши чувства я спасу. Девочка, девочка, девочка. Полет. Ах, вас обещал наградить. Правда, Масик? Да. О, а чем нас наградил? А можно вторым полетом? Меня прямо тянет к звездам. Это уже звездная болезнь. Значит, теперь мы с Шахом полетим. Старт завтра утром. Правда, милый? Да. Ну, надо же, и здесь русские знают. Действительно странно. Ух ты! Сколько же этот человек может жить на такой длинной стенке? Какой прием! Разговор поаккуратнее, да? Зачем вы сюда пришли? Ух ты! Великий император — это очень полезная вещь. Это заблудились какие-то нищие. Казните весь разговор. Да, ребят, все тоже. Мы хотим заключать договор. Давайте без китайских церемоний. Сейчас покажем. Вот, да, вот. Давай, лети, птичка. Принеси дядьке денежку. Опять эти русские придумали что-то новое. Было русское, стало китайское. О, великий император. Она может быть очень вам полезна и принесет много славы вашему роду. Ага. Зря мы тебя сюда на своем горбу столько тащили. Иди к папочке. Вот. Только больше в 10 раз. Недорого. Издает одобрительный звук. Еда великого императора. Так, а хочет получить обратно mein Fräulein Martha. Это не есть подарок для императора Стенка. Издает неодобрительный звук. Вы обещали маленький лазик. И доставка за ваш счет. Вот они, мои денежки. Меня целее будут. Издает одобрительный звук. Держитесь крепче. Прощай, железный человек. И ты, высокая шляпа.
великолепный замок. И куплю новые латы. Совсем крыша потекла. И грузинский княжеский титул. А для фрау Маточки кроватка. Да почему грузинский? В Европе модно. Мадемуазель, не поможете европейской интеллигенции замок восстановить, а? Don't speak Russian. Да-да, научим спикать по-нашему. Я буду великий, о, могучий, красивый буду и самый, самый, самый главный. Один. Сева, стой спокойно. Ваше Величество. Едем, Ерема. Едем. Не успеем. Сердце отцовское чует. Утро вечера мудренее. И конь у нас не железный. Жестковато. А мне ножка досталась. Вкусная. А мне грудка. Вкусный мужчина. Да, был. Ой, свои. Это кто гуляет ночью по мой двор? Музыка мне прилетел, или привидение во дворце завелся. Этого тоже берем? Держу, говорю. Туда давай. Заргут. Прикольная тачка. Опа. А что если лететь сразу на этот штук в Китай? Ветер. Ну, голова. Зачем мне, великий фрон Лоб, делиться с этой швайн? Воевода, идем-ка смотреть, что еще можно взять в этот дворец. Это товар для наш великий император. Ладно, пойдем. Только припасы в дорогу захватим. Сейчас приду. Какое полезное изобретение.
Так, а кто это? Ой. Куда как? Стоять! Держи! А? Да, мама, тебя накажу! Жулик! Не пущу! I'll be back! Кажется, у царевны мужа вместе с транспортом увели. А, иди ты. Правда, а где мой шах? Ой, какая большая медведица. Ой, звезд. Сколько много звезд. Кто здесь летать без мой разрешенный? Ты кто такой, а? Я? Зачем угонять наш паралет? Царевна сердить и будет. Ой, это страшно совсем. Эх ты, тряпка. Я рыцарь. И всякий там дилда царевны боятся. В паралете. А ты ручку на карте передвигал? Куда? На юг. На юг. Так он в Африку корабль отправил. В погоню. А на чем мы поедем? Аленушка, ну куда ты собралась? Тут дело опасное. Я уж сам. С царевной. С царевной? Нет уж. И Всеслава, я поеду. А где твои старые машины? Которыми ты мой забор вечно ломала. Ага, вдребезги. Точно. Молодец. Точно. Молодец. Ой, где же крылолёт? Опять. Ерёмка! Вот чего он так сюда спешит. Сколько ж можно ворчать. Вот куда собрался. Ерёмка, подсоби-ка. Иду. Сестрёнка хороша. Да, только ее муж не дел, она за моего жениха берется, а? Нас искать! А не понимает, куда летит этот тороплет, этот аппарат. Когда мы успеть перелететь в Великий Китайский стенка? Это не есть Китай? О май гад! О май гад, остановите! Я шуйну! Ah!
знак богов. Ты с собой кого-нибудь на второе не прихватил? С ним еще один. Что за чувак? Туфта какая. Тут он так. А где нас встречать китайский товарищ? Шалиш, парниша. Мы здесь, товарищи. Сколько страсти в вашем взгляде. Рыцарь Цветр, ваш слуга. От таких красот и стати закружилась голова. От таких красот и стати закружилась голова. От таких красот и стати закружилась голова. Девочки, не увлекайтесь. Проявляем только кулинарные пристрастия. В нашем крае есть обычай. Любим мы гостей всегда. Да-да-да, на обед мы любим печень. А на ужин голова. На обед мы любим печень. А на ужин голова. Так, крылолёт всех не поднимет. Циклоп большой, папенька многовато кушает. Я с тобой, доча. Повар в дороге. Ой, как пригодится. Пусть циклоп и... А я туда не поеду, я туда не ездок. И тетя Ефросинья остаются. Остальные забирайтесь. Девочка, кот, девочка, девочка, яблоко, девочка, девочка, яблоко. Я не виноват ни в чем, клянусь вам, жульничать ни с вами, ни с руки. Все, что обещал, отдам за даром. Кореша проделки не мои. Если наш великий император будет иначе пудрить в мозги, жуликов накажет беспощадно, разорвет на мелкие клочки. Вот и стало всем понятно, что нельзя обманывать других, потому что очень неприятно будет всем и даже вам самим. Ерёмушка, сядь поближе. Будешь вторым пилотом. Всеслава, прекрати моего жениха всяким глупостям учить. Папенька, по тебе сильно скучали. Вот его и развлекало бы. Девочки, не ссорьтесь. Лучше скажите, вам бутерброды с колбаской или с сырком? А мне, ваше величество, можно все. Вот мы и с тем, и с другими, и вообще отдельно можно. Обойдешься. А вот Ерему нужно покормить. Нам его мужская сила еще пригодится. Это еще для чего? Чтоб быстрее до Африки добраться. Вот этот рычаг сюда. Педаль выжимаем. Тумблер в крайнем положении. Пипочку так нажали. Клапан открыли. Куда ручонки потянул? Алена! Это что? Африка? Это план моего спасения. Это где? Туда. Я говорю вам, туда он ракету запустил. Разворачиваемся. Эй, боги, а на торм я, торм я.
Имя твое, о, женщина. Ефросинья я, Спиридоновна. Пройди же и развлеки меня, Спиридоновна. Ну? Лети, кружись. Устраивай. Теперь, Донна, что это было? Теперь не представитесь? Ой. Мужчина. Ну, циклоп я. А? Тимур. Ну, для своих просто Тимурчик. Ну, не может быть, чтобы такая привлекательная и умный мужчина не справилась с этой провинциальной девушкой. Девушка, девушка, вас можно на один минутка? Не гони волну. Девушка, что вы сегодня вечером делаешь, а? Пойду с Бабучанга косточку обгладывать. Этот тюрбан краски строить, когда надо думать спасаться. Ты такой красавица. Почему не замужем? Че, он в затопе? Я тебе один умную вещь скажу. Павлин, на ваш фон просто серый грязный ворон. Роза в вашем присутствии просто верблюжья колючка. Если бы я вернулся к себе во дворец, кстати, 1147 комнат, то только вместе с тобой, да? Давай сбежи вместе. Ты и я. Я бояться за свою жизнь и за твой, фрау Марта, Майлинбе. Ползи, ползи отсюда. Слушай, открывай, побежали уже, да? Да, да, да. Я... Что я тоже? Зачем подмигивал? Я подмигиваю. Трабл? Чего? Эй, какой трабл? Да клянусь. Занятный пассажир. Поздняк метаться. Батальон, стой! Один, два. Молодцы! Расслабься. Отдохнули бы малость, циклоп. Тимур, я вот вам борща приготовила, царевые пирожки подогрела. Ефросинья, женщина, мечта. Сейчас. Павлин на ваш фон. Просто серый ворон. Солнце при вас. Просто верблюжья колючка. Скажете тоже. Царевна при вас. Неудачный пример. Ну, заканчивайте. И к столу жду вас, Тимур. Как вас по отчеству? Нет отчества? Нет. Ну ладно. Спиридоновна. Встретив вас, узнал я вкус любовной власти. Страстный трепет в сердце каменном возник. Вкус мучительно сладостной напасти растопил в душе страстей чувств ледник. Я в своих мечтах не так все представляла, был стройнее в них и меньше кавалер. Но от слов таких все вдруг затрепетало, и румянец на щеках моих зардел. И опасен разных душ таких союз. Слит захочется в экстазе и дойти до брачных уз. Слит захочется в экстазе и дойти до брачных уз. Thank you.
будем на месте через 5 часов. Через сколько? Угу. Ерёма? Ой, меня уже укачивает. Фифа какая. Ой. Всеслава! Остановка где? Нет остановки. Ерёма, газку подай. Ерёма, мне дурно. Дай ей пакетка. Сделай мне комприз. Комприз. Тягу выжми. Ну, держи. Держись! Ерёмушка, это не я. Вами, стоп! Придите к утренним. Тут есть кто-нибудь. Давай спасайте. Время обеда. Первое и второе блюдо на выход. Света! Папа Андос, чувачок, да? Потусуемся? Это есть наказание за мать предательства, воевода. Я был очень неправ. Он не очень плохой человек. Если вы мужчина в самом сил рассвете, то судьба вам щедрый дар преподнесла. Знойные красотки, лучше них не встретишь. Мне тебя доверили и свои сердца. Руки, ноги целы. Ничего. Все хорошо. Вот
ты, балалайка цела. Аленушка, где? Аленушка! 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 Рада. Где все-то? Алена, где? Вроде там должен был приземлиться угнанный самолет. Точно салют. Туда упала? Вот все из-за твоих изобретений. Я как лучше хотела. Че это? Так, где оружие? Вот. Стрелять буду! Ой. Эй! Кто-нибудь! Ерёма! Ау! Я так и думала. Царевна с Ерёмкой меня бросили, а сами улетели. Хорошо. Разок от местного фрукта откушу и в раз дома окажусь. Ой. Кислятина. Ой, не получается. Почему я не дома-то? Эй! Я не ходить! Мне нельзя кушать! Это огородный рис! Отцепись! Жаль, маловато. Еще бы парочку таких туристов. Здравствуйте, вы девушки. Зарога и встойла. Какие плоды растут на наших пальмах. Что поспел, и тебя кушать будем. Меня? А, вот что, хорошие мысли. Вон, там еще пища. Царь, большой кусок ням-ням. Да. Здрасте. Это что тут происходит? Кушать готовите, это правильно. Дело хорошее, но продукты у вас не очень. Вегетарианство нынче модно. Дай-ка палку свою. Мужчины кончились. Доча! Женщины начались. Убили! Изверги! Убивцы! Может быть, пирожков с капусткой, а? Или вот пельмешки? Сама слепила. Вкусные. Вкусные. Севка что-то беспокойнее сегодня. Вроде сена ему дала. И где там наш? Правда, где? Вот. Ой, царь. Весело им там. В Африке. Ой. Прощай, любимый царевна. В чан! В чан! Всех в чан! Все собрались? Теперь здесь я, главный. Ты что? А то стремак жжешь. У меня большой, самый большой магический кристалл. Как же ты велик, мой повелитель.
Ой, как страшно! Что страшно? А ну пошли отсюда! Выпускай давай меня скорее! Слышишь, да? Умного видали? Теперь я Шах! А ты будешь мою туфлю чистить и ноги целовать! По праздникам! А если мне что-то не понравится, казню! Шах, багажник! Как это казню? Совсем обнаглел немножко! Непонятливый какой раб! Повелеваю! Что скажешь, ваше величество? Какое же мое величество! Ой, а вдруг Ерёма расшибся? А папе моему помощь нужна! Ой, они что, в клетке, что ли? Сувенир какой! Циклоп подарю перед тем, как казню, наверное. Джин, заводи! Стойте! А? Меня забыли! Джин, подожди! А Ерёма где? Какая красотуля к нам сама бежит, посмотрите! Женюсь на тебе, кстати! Если не передумаю. Как это? У меня жених есть! Никто твой Ерёма! Что? А у меня, смотри, кристалл! Джин, властелин я реально! Ты подумай! Думать тут нечего! Ай. Джин, папа, давай сюда! Точно не соглашайся! Сейчас казним его потихоньку! Не надо, папу! Я согласна! А поцеловайся! Ерёма, любимый! Любимая! На минуту нельзя без внимания оставить! Ой, как же я по тебе соскучилась! На, получи за хозяина! Беги в ракету! Хорошо. Не удалось! Сейчас я тебе буду ликвидировать, как недоразумение! Жена моей будущей. Нет! Кто вы? Где я? Бабку родного не узнаешь. Любимый, ненаглядный. Очнись уже давай, да? Опять наши паралёты угоняют. Точно! Паралёта! Ну что ты будешь делать? Любимая, мы снова вместе. Правда, теперь мы вместе погибнем. По гороскопу у вас сегодня самый неудачный день. Поберегись! Не шахское это дело непослушных наказывать, ну-ка. Простите. Мы свою ракету тут у вас забыли. Съешь его! Алёнушка, я сам хорош. Ты для меня дороже любых гастролей. Лётушка. Ой, я, кажется, аут наступил. Прошу прощения. Курс на восток! Китайский император!
пожалуйста. Я, кажется, потревожил вас. Стоять! Еще раз наступил, прошу прощения. Что ж такое сегодня за день? Аленушка, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, здравствуйте. Могли бы меня вернуть обратно в прежнее состояние? А то у меня депрессия. Я не виновата. Я не могу. Поставь, у меня колдовать не получается. А татами не сделайте, пожалуйста. Знаете, просто удивительные помутнили. Ну, в башке вышло. Так-то ты без меня спасаешь нашего любимого шаха. Так-то вы тут без меня развлекаетесь. Тетя! Он меня пока не расколдует, не отпустит. Спокойно, Аленушка. Ты можешь. Ага. Вы, как всегда, вовремя, Ефросинья Спиридоновна. У меня не получается. Хорошее дело получится. Осторожней. Два. Большое вам нечеловеческое. Ой, а? Спасибо. Ага. Получилось. Заслужил, ежик. Алле? Так вот, кто не дал дочурам моим новых бед натворить. Спиридоновна. Ой, да что вы. Сами они все поняли. Про себя, наверное. Теперь можно и свадьбу играть. Правда, царь наш батюшка? Теперь можно. Догоняйте. Халва моего сердца. Музыкой наполнив сердце, пробуждает нас любовь. И с любимой расставаясь, мы находим ее вновь. Для нее все песни наши, и о ней одной мечты. Я спешу к тебе, Алёна.
мрак. Жуть. Да. Господа и дамы. Хрум-хрум, парниша. Никаких хрум-хрум. Я делать бесплатно. Перестройка этот конструкции. Я воля? Кажется, они согласны.